Danny, I'm home. Not so tight, boy. That feels so much better. I've got your scent. For one night, Batman's greatest enemies will get their chance at revenge. Arkham Asylum remains under lockdown. Its staff at the mercy of the rampaging inmates. Help me! You didn't think it would be easy, did you? I will break you, Batman! Take anything you throw at me, Bats. Ready for the next round? Take Parky to the crock. Как ты здесь все оформил? Старший надзиратель Шарп. Болс. Йоу, Фрэнк! Как жена, как детишки? Скучаешь по мне? Заткнись, клоун. Здесь многие хотят с тобой потолковать. Нет, нет, я не против пройтись. Эй, ребята, полегче. Помнете костюм. Уберите этого грязного дегенерата. Надзиратель, здесь что-то не так. Я пойду с ним.
Сэр Гордон уже здесь? Да, сэр. Он ожидает вас в пункте прибытия пациентов. Он вас немного опередил. Шарпи любит свои камеры. Эй, Шарпи, ты меня снимаешь в хорошем ракурсе? Подожди, они же все у меня хорошие. Чтобы на этот раз его заперли как следует. Еще один побег, и я потеряю голоса, когда буду баллотироваться в мэры. Не беспокойтесь, шеф. Сегодня здесь собрались все наши люди. Надеюсь, этого хватит. Так будет лучше для вас. Джокер — это проблема. От него зависит моя репутация. Сообщите доктору Янг, что ее пациент здесь. Так ты идешь, Бэт? Прием для интенсивной терапии. Новый пациент. Всему вспомогательному персоналу покинуть зону. Ой, всегда приятно вернуться на родную хату. Объект в туннеле. Начать сканирование. Начинаю сканирование. Знаете что, я бы предпочел старый добрый личный досмотр. Он такой добрый. Красный свет. Несколько запрещенных предметов. Обыскать Джокера еще раз. Дело не в пациенте. И что ты сюда пронес, Бэтс? Ну давай, похвастайся. Батаранги? Когти? Или что-нибудь пожевать? Джокер чист. Открыть ворота, вытащить его. Держать его на мушке постоянно, не выпускать из виду. У нас с тобой еще будет время, Кэш! Кстати, о времени. Что это? Неужели крокодил? Как дела, док? Запишите меня завтра часа на 4. Нам многое надо обсудить. Встаньте у меня за спиной! Ничего так тянешь, Бэт! Тебе тоже нужна каталка? Как вы считаете, Бэтмен, что сделало его таким? Детская травма? Он никогда не говорит об этом. В офис. Надзиратель хочет, чтобы я исцелила Джокера. Так ты идешь, Бэт? Так, все в порядке. Новый пациент, здравствуйте. Говорит Квинси Шарп, старший надзиратель лечебницы Арка. Моё любимое шоу. Я надзиратель Квинси. Мало кто верит, что оно станет главной в стране исследовательской и исправительной судебной психиатрии. Джокер! Джокер! Слыхал про босса из Блэкгейта. Еще увидимся, босс. Тихо. Джокер! Я вам скажу, состояние проводки в федеральных тюрьмах ужасает. Мои парни могли пострадать в этом злополучном пожаре. Офицер Боулс, мне надо осмотреть вашего заключенного. Ладно, только быстро. Я следую протоколу. Пациент в удовлетворительном состоянии. Небольшие ссадины, полученные предположительно 2 часа назад. Возможно, имеется... Не хочешь измерить мне температуру? Мне не терпится спустить штанишки. Он ваш. Уберите его с глаз моих. Он чистый. Откройте дверь. Новый блок инфективной терапии. Зафиксировано перемещение пациента категории 9. Система усмирения активирована. Разрешен огонь на брожение. Вы слышали, дамочку? У нас еще один психопат на подходе. Чувствуете, радостью потянуло, нет? Значит, какой-то охранник обделался. Крок, старина, это твои проделки! Приготовиться! Держите его в прицеле, все время! Ярости! Кажется,
Это еще что такое? Я знаю твой запах, Бэтмен. Я тебя поймаю. Включите ошейник! Усмирите это животное! Уберите эту тварь! Никакой ошейник меня не остановит. Я разорву тебя. Сожру твои кости. Кстати, о крокодилах. Мне срочно нужны новые туфли. Вперед! Держитесь крепче! Как получилось, что Бэтмен прошел охрану? Самое время для вечеринки! Только не для тебя. Ночь только начинается, Бэтс. У меня в запасе еще осталась пара фокусов. В смысле, тебя не удивляет, что из-за пожара в Блэкгейт сотню-другую моих людей перевели сюда? Я вроде велел тебе заткнуться! О, Фрэнки, ну когда ты научишься держать пасть закрытой, доведет она тебя до беды. Скажи мне вот что. Раньше ты не давался мне в руки так легко. Что ты задумал? О, ничего особенного. Сотни людей умрут от боли и страха. Их никчемные жизни придут к ужасному концу. Все благодаря тебе и коробку спичек. Как тебе такой ответ? Никто из пациентов не должен контактировать с заключенными из тюрьмы Блэкгейт в нашем учреждении. Чего он там возится? Оставаться на месте! Свет! Живо! На него! Ваши учреждения они размещены временно. Еще раз пойдем. Что? Ты мне не веришь? Да! Наш гость прибыл. Код безопасности на нижних этажах многоинтенсивной терапии. Красный Альфа. Итак, ты вернулся. Во время твоего побега погибли трое моих людей. Всего троих? В следующий раз буду лучше стараться. Как насчет сотни? Ну и вечерок, Джим. Джокер в ратуше. Берет в заложники мэра. И мне приходится разрываться между спецназом, прессой и тобой. Да уж, вечерок еще тот. Надеюсь, больше с ним вечера не проводить. Да, как же. Стоп. Простите, вход только для персонала. Уверяю тебя, уж если кто и может. Конечно, спасибо, но он взбудоражит агрессивных заключенных. Кажется, это он про тебя, Бэт. Не забывай нас, здесь тебе всегда рады. А это приятно возвращаться. Ты как? Он сдался почти без боя. Мне это не нравится. По крайней мере, он снова там, где ему и место. Встать! Быстро! Джокер бежал! Сообщите начальству! Быстрее! Мы его теряем, док! Не повезло тебе! Та-дам! Дорогуша, я уже дома! Заходи! Добро пожаловать в дурдом, Бэтмен! Я устроил ловушку, и как красиво ты в нее угодил! Давайте начинать веселье! Леди и душегубы, извиняюсь за то, что помешал вашим обычным развлечениям. До этого момента я собирался всех вас трогнуть и смотреть мультики, но потом... Ну, вы знаете, как я люблю покорять аудиторию. Я просто даю тебе размяться, Бэтс. Он только что из исправительной тюрьмы Блэкгейт. Общий срок заключения 752 года. Динь-донь! В
Второй раунд! Извини, Бэт, мне пора! Надо еще кое-куда зайти! Кое-кому полезать! Дерешься, как девчонка! Сбой в системе. Мы застряли здесь. Джокер полностью контролирует выходы. Я что-нибудь придумаю. Гордон, попробуй связаться со старшим надзирателем и расскажи ему все. Я еще вернусь. Не давай пустых обещаний, Бэтс. Я контролирую лечебницу. Ты никуда не пойдешь, если я этого не захочу. Понятно? Если ты надеешься удрать... Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла! Опять геройский треп! Как же мне с тобой скучно! Почему бы тебе просто не взять и не найти меня? Это ловушка, ты же знаешь. Конечно. Работа Джокера. У бедных охранников не было ни шанса. Все пациенты обязаны принимать все лекарства ежедневно в предписанное время. Внимание! Нарушение режима безопасности на уровне B3. Внимание! Нарушение режима безопасности на уровне B2. Внимание! Нарушение режима безопасности на уровне B8. Внимание! Нарушение режима безопасности на уровне B1. Внимание! Нарушение режима безопасности... Внимание! Нарушение режима безопасности на уровне B4. Внимание! Нарушение режима безопасности на уровне B3. Внимание! Нарушение Эй, Бэтмен! Режима там! На уровне B2. Внимание! Нарушение режима безопасности на уровне B8. Что произошло? Внимание. Произошел Джокер. Тебе повезло, что в живых остался. Наверное, он пошел сюда. Дверь заклинила. Сейчас попробую открыть.
Нужна помощь в отделении для буйных. Повторяю, нужно подкрепление. Меня кто-нибудь слышит? Меня слышно. Я с Бэтменом. Прием. Где они? Там. Помощь нужна? Нет. Я работаю в одиночку. Сас на свободе. О боже, он добрался до Майка. Фрэнклин, ты меня слышишь? Сообщаю, помощь уже в пути. Оракул, как меня слышно? Громко и четко. В чем дело? Джокер сбежал из-под стражи. Он распоряжается Архимом. Тебе что-нибудь нужно? Отец еще там? Комиссар Гордон в безопасности. На очереди Джокер. Я буду на связи. Отпусти его! Слава богу, это ты. Там Зас. У него Майк привязан к стулу. Зас вконец спятил. Подожди здесь. Нельзя. Он убьет Майка, если кто-то попытается подойти. Он меня не увидит. Увижу хоть что-то похожее на летучую мышь. И охранник сдохнет. Слышите меня? Навертели. Пожалуйста, спаси его. Бросай оружие, Зас! Сколько еще повторять? Не лезьте, а то наш поросеночек поджарится. Стой! Он ничего тебе не сделал! Отпусти его! Это просто позор! Как такой пациент, как Виктор, смог сбежать? Об этом будем волноваться позже, доктор. Вы понимаете, что он хочет убить охранника? Он же одержим этим. Зас поймал моего друга! Он его поджарит! Сделай что-нибудь, пожалуйста! Займи его чем-нибудь. Я зайду сзади. Нужно подойти поближе к Засу и нанести удар. Если идти по земле, он заметит меня. Надо держаться на высоте. Черт возьми! Если мы туда сунемся, он казнит моего приятеля. Старые горгульи должны выдержать мой вес, если я зацеплюсь за них. Еще раз. Гоните звери обратно в клетку! Меня слышно? Эта штука работает? Хайди, мэн! На связи Харли Квинн! Как тебе мой новый костюмчик? Класс, правда? О, хотела тебе кое-что показать! Секундочку! Та-дам! Я подменяю старикашку! Старина Шарпи так счастлив. Если ты еще не понял, сегодня бенефис Джокера, а ты его почетный гость. Квин, у тебя еще есть шанс сдаться. Заманчиво, Бэтмен, но я пас. Теперь заключенные хозяева Архима. Но технически они прислужники Джокера, доставленные сюда из Блэкгейт. Ну ты понял. Пока! Бэтмен, как слышно, прием. Оракул, я на месте.
Лечебница Аркхем пропала из сети. Он контролирует систему безопасности. Наверняка это он отключил лечебницу от общей сети. Это еще не все. На всех полицейских каналах сообщают, что он заминировал весь Готэм. Сказал, что взорвет бомбы, если кто-нибудь сунется на остров Аркхем. Историю пока замалчивают, но утечка может случиться в любой момент. Это блеф. Он отвлекает внимание, чтобы люди держались подальше от острова. Откуда ты знаешь? Я знаю его. Тут заперто. Не могу открыть решетку. Мы в ловушке. Попробуй связаться с центром. Они могут закрыть ворота. Харли считает, что мне не выбраться. Никогда умом не блистало. Вас спас Бэтмен. Было потрясающе. Слышите меня? Все будет. Нужно хорошо. Просканировать комнату и найти выход. Но вы помните, вас похитил ЗАС, но теперь все хорошо. В конце концов, ЗАС выздоровеет. Просто на это нужно время. Этого пациента не просто будет вылечить. И на каком основании вы так считаете? На основании сотни шрамов, которыми он себя исполосовал. По одному за каждую жертву. Мне даже интересно, что будет, когда у него кончится плоть для зарубок. Уверена, что он вылечится раньше, чем это произойдет. Просто не слишком увлекайтесь его лечением, иначе вы рискуете стать его последним шрамом. Нужно просканировать комнату и найти выход. На связи 38-й. Повторяю, 38-й. Центр, ответьте. Выхода нет. Мы в ловушке. Это Харли Квинн? Она такая же чокнутая, как Джокер. Что такое со связью? На связи 38-й. Повторяю, 38-й. Он такой же, как все здешние твари. Его сажать слишком гуманно. Все всегда идет наперекосяк. Всегда потери. Эй, Бэтмен нашел выход. Он просто вырвал из стены решетку вентиляции. Бэтмен, я подключаю тебя к радиоканалу охраны. Стив, зэки из Блэкгейта! У бойлера! Кто это за ними? Господи боже, это Джокер. Он на свободе. Как он выбрался? Извини, канал недоступен. Со связью творится что-то странное. Это нехорошо. Буду пытаться дальше. Они в ловушке. Внимание, помещение для санобработки блокировано. Что это такое? Токсин Джокера. Комната заполнена ядовитым газом. Если кто-то попадет туда, он покойник. Бэтмен, ты поможешь им? Кажется, там остались еще живые. Боже!
боже мой! Они все умирают! О, Господи! Почему они издают такие звуки? Это не просто попытка побега. Джокер все спланировал. Помогите! Все будет в порядке. Оставайся здесь. Бэтмен здесь! Стив, потерпи еще чуть-чуть! Не могу. Я упаду! Я иду за зверем, который это сотворил. Бэтмен! Система вентиляции! Стив пытался добраться до пульта управления в том конце комнаты! Неужели он бросил меня здесь? Вот сукин! Пульт управления вентиляцией. Точно наведенный батаранг должен включить ее. Для санобработки открыт. Давай, Бэтмен! Ты клёвый! У Джокера нет шансов! Бэтмен, вы меня слышите? Спасибо, Бэтмен. Пойдёшь за Джокером? Когда найдешь урода, врежь ему за меня. Тебе не уйти. Я возьму тебя. Надеюсь, так и будет. Но не сейчас. О-о-о-о.
Запомним, материала для эксперимента нужно больше. Ну, раз уж у меня такой приступ щедрости, этого отдам бесплатно, Бэтс. Сбрось меня! Давай! Закончи и поставь точку раз и навсегда! Ты ведь этого хочешь! Ты так предсказуем, Бэтс! Хотел бы с тобой поболтать, но мне еще нужно все организовать! Гости летят со всего Аркхема! Сам видишь! Они появились ниоткуда. Я перетащил сюда Джерри, включил ворота, а потом, наверное, потерял сознание. Джокер прошел через эту дверь. Что за ней? Мы это называем экстремальный изолятор. Туда можно добраться только по транспортной системе. Открывай! Нет проблем, просто вызову другую камеру. Хорошо. Что-то не так. Цепь передачи сигналов тревоги заблокирована. Небольшие трудности. Джокер. А ты ждал двуликого? Тебе не уйти, Джокер. Дурачок, я и не собираюсь уходить. Здесь так весело. Даже ты здесь, а с тобой я всегда улыбаюсь. Это ненадолго. Правда? Посмотрим. Бай-бай. А, чуть не забыл. На случай, если ты за мной увяжешься. Я решил немного подстраховаться. Гордон сейчас направляется к Харли. Офицер Боулс? Если увижу, что ты за мной идешь, он умрет. Харли будет рада. Может быть, я сниму видео и выложу в интернет. Транспортная система не отвечает. Я могу лишь открыть дверь, через которую ты вошел. Извини. Нужно вернуться к камерам. Боулс был глуповат. Наверняка оставил след. Бэтмен, что происходит? Джокер сбежал. Он заперся. И у него твой отец. Папа! Не волнуйся, я его верну. Да, я знаю, но... Оракул, я его верну. Джокеру не взять верх. Я не позволю. Начну с места, где его схватили. Охранник по имени Фрэнк Боулс напал на него. Если я найду Фрэнка, найду и твоего отца. Брюс, поторопись, пожалуйста. Ты ломаешь голову, как я это провернул? Неужели великий сыщик что-то упустил? Мы с Фрэнки давно знакомы. Пару лет назад я вытащил его из пикантной ситуации. Так что, когда мне нужно достать коды доступа или уложить старика дубинкой, я знаю, кого попросить. Было больно, тварь! Чувак, смешно-то как? Ты видел его рожу? Я думал, он сейчас обделается! Уже не такой умный, а? Он здесь! Кул! Это Бэтмен!
Оракул, я у камер. Изучаю место преступления. И каков план? Найти здесь что-нибудь, связанное с Боулсом? Точно. Боулс уронил свою фляжку. Пьянчуга. Интересно, что скажет сканер? Можно идти по запаху спирта. Его оставил бурбон Фрэнка. Оракул, я взял след. Отлично. Иди по следу, я собираю материалы по Архиму, любую информацию. Позже может пригодиться. Но нашел только его голову. Я с вами свяжусь, как только найду все остальное. Почему так долго? Тупые, никчемные. Почему Джокер на свободе? Тише. Что происходит? Гордона утащили наверх в лифте. Если я собираюсь идти за ним, придется это сделать по старинке. Полагаю, это работа Джокера. А кто еще? Я их предупреждал. Он чудовище. Давно пора поджарить его. Успокойся, я с ним разберусь.
ты меня слышишь? Хочу кое-что тебе рассказать. Харли и Фрэнк почти вышли из здания вместе со стариком. Как же они собираются пройти мимо охраны? Давай послушаем. Эй, Фрэнк, где тебя носило? Джокер послал еще людей. Они приближаются к главному входу. Нельзя, чтобы вошли. Скорее все туда! Проклятие! Шевелитесь все! Прикройте главный вход! Кофе это Болт! Подожди, откуда ты знаешь, что? Болт! Фрэнк, ты что делаешь? Нет! Опусти пушку! Фрэнк? Какого черта? Квин, все чисто! Тащи сюда свою задницу! Ну ты и ты, Фрэнк! Наверное, тебя можно влюбиться! Ну, Харли, хватит заигрывать с обслугой! С минуты на минуту здесь будет много новых охранников! Не дай им уйти! Не волнуйся, сладкий! Ты же знаешь, я только на тебя смотрю! Ты это слышал, Бэтс? Кажется, из Фрэнки выйдет толк! Еще один ценный кадр в организации! Я дух Амадея Аркхема. Я сумел спасти этот проклятый город. О моем собственном проклятии никто не узнает никогда. Моя история оставила свой след в глубинах души Аркхема, и лишь по-настоящему упорным дано познать ее. Чтобы не отбивались. Джокер был прав. Это было просто. Ну давай! У них нет никаких шансов. Этот охранник вечно ему покоя не давал. Больше не сможет. Ага, так ему и надо. Ты правда сделаешь то, что задумал? Ага, выйду отсюда, найду его семью и всех до одного прикончу. Ну и западло. Мне это нравится. Джокер круче всех. Планировал несколько месяцев. Даже устроил все так, чтобы Бэт сам его привез. Это просто. Он здесь! Пока нет, но я уже близко. Харли Квинн пыталась задержать меня, сбросила на меня лифт. У нее получилось? Ха, нет, конечно. Я свяжусь с тобой, когда дойду до конца следа. Пожалуйста, у меня ребенок. Ты прав, я не должен. Мне просто этого хочется. Так, после Лео никого не пропускать. Если кто шевельнется, стреляйте. Понял. Пусть только сунутся сюда. Сразу сдохну. Оракул, люди Джокера захватили проход к тюремному блоку. Дело плохо. Я перехватываю радиообмен охраны. Кажется, банда Джокера заполучила оружие. Знаю. Я настроен на режим, чтобы отыскать бандитов с оружием. Идти в открытую — самоубийство. Нужно подумать. Найти другой путь.
ладно, Бэтмен! Лучше возвращайся! Здесь тебе не пройти, слышал? Ты что творишь? Остановить его! Пошел он! Я не боюсь. Это было легко, босс. Парни уже заканчивают. У аркемских придурков не было шансов. Отлично! Наш милый грызун тащит сюда свою задницу. Расставьте ловушки. Он не должен выйти из здания. Приказ понятен? Да, босс. Считайте, что Бэтмен уже мертв. Надеюсь, ты сдержишь обещание, дружок. Не хотелось бы наказывать твою семью, чтобы преподать тебе урок. Обещаю, что им будет не смешно. Но Джокер... Заткнись и работай. И веселись. Я лично буду. Оу, гляньте, кто здесь. Чьи дождики и ушки торчат. Наверное, мне лучше предупредить мальчиков, что ты уже в пути. А может и не надо? К чему портить такой сюрприз? Учебница Аркхем перешла под мое управление. Далее в программе обзор текущих событий. Какой-то идиот носится по психушке в костюме летучей мыши. Что за псих? Остановите его, пока никто не пострадал. Это для его же блага. Нет, ни шанса, ни... Вот такими вы мне нравитесь, парни. Нечего бояться мышей. Что ты несешь? Эй, отвали! Думал, будет легко, Бэтс! Я послал тебе еще нескольких своих ребят. Посмотри, как ты. Хватит, пожалуйста, Джокер велел найти его, рассредоточиться. Он может быть где угодно. Значит, смотри внимательнее. Шевелись. Пожалуйста, отпусти меня. Не дрожите, ребята. Он такой же, как и мы, хватит, только безумнее. Если кому и надо в дурдом запереть, то это его. Эй, сюда! Здесь кто-то есть наверху! Ты что творишь? Ай, он прямо за тобой! Шутка! Что ты несешь? Ну возьми себя в руки! Играл с тобой, сам понимаешь, да?
Знаешь, как говорится, первый раз не забывается. Я уж постараюсь, чтобы ты это как следует запомнила. О, об этом не беспокойся. А теперь скажи, зачем ты все это делаешь? А ты как думаешь? Слава, известность, жажда выделиться из толпы или извращенное чувство юмора? Ох, неплохо. Как ты меня раскусила, а, док? Мозговеды вокруг меня годами толпятся, и никто из них не блеснул такой сообразительностью. И если не возражаешь такой красотой, как ты... Правда? Ого, да ты просто дурачишься. Ну, никогда не узнаешь, если только... Если только что, скажи. Похоже, Джокер догадался, как я выследил Гордона. Следы офицера Боулса кончаются здесь. Самое важное, я тот, кто умнее тебя. Взломать ваши примитивные коммуникации не проблема для моего гения. Моя цель проста. Ты пройдешь ряд до смешного тяжелых испытаний и... впрочем, ты сам все увидишь. Готов к первому испытанию? Отлично, но будь осторожен. Не порежься об этот обшарпанный портрет. Итак, тебе это удалось. Отлично. Хотя тут и ребенок справился бы, не то что всемирно известный детектив. Я, Эдвард Нигма, разбросал по Аркхему самые потрясающие загадки и головоломки. Сможешь решить их? Найдешь все призы? Или уже сдаешься? Твоему хилому умишке не сравнится с моим гением. Бэтмен, сюда! Я видел, как ты очистил помещение. Была резня. Боулс приказал всем прикрывать главный вход. Сказал что-то об армии Джокера, рвущейся через ворота. Двое из моих людей шли к выходу, и Фрэнк застрелил их. У них не было ни шанса. Боулс был один? Сначала я так и подумал, но потом увидел Харли Квинн в окружении заключенных из Блэкгейт. Они просто убивали всех, кого нашли в помещении. У меня не было выбора. Я забежал сюда, запер дверь. Я все видел по каналу безопасности. С ними был кто-то, похожий на комиссара. Боулс мертв. Его услуги их больше не интересовали, и дело продолжили без него. Отлично. Он был подонком. Прости, приятель. Мы приносим извинения за прерывание программы. Джек Райдер в прямом эфире из гавани Готэма с экстренными новостями. Это Джек Райдер с экстренными новостями из гавани Готэма. Мы получаем сообщение о вооруженной осаде острова Аркхем. 2 минуты назад Джокер передал в эфир всех новостных каналов это леденящее душу послание.
Здравствуй, Готэм. Внимай голосу своего нового повелителя. Так, подождите. Это пропускаем. Это Джокер. Я захватил остров Архем, и доступ сюда для всех вас запрещен. Если я увижу хоть одного представителя загона, дружинника или героя в колготках, я начну случайным образом подрывать в городе бомбы. Где это случится? Детский сад? Больница? Особняк миллиардера? Кто знает? Кто знает? Все подходы к острову перекрыты. Воздушное сообщение заблокировано. Согласно предварительным сводкам, и сам Бэтмен остается на острове. Мы останемся здесь и продолжим информировать вас о ходе событий в прямом эфире. Уолли? Спасибо, Джек. Мы будем ждать новостей. Что коробчонка Бэтмена припаркована прямо у здания интенсивной терапии. Мы не позволим ему просто взять и уйти, правда? Так что все бандиты, подонки, душегубы и воспитатели детских садов, кто еще не на дежурстве, должны пойти туда и разнести ее в дребезги. Бэтмен, слава богу, ты выбрался. Что там происходит? Нам приказали идти сюда, а потом связь отрубилась. По радио просто играют эту чертову музыку и все. Джокер захватил остров. Это из-за него вы здесь. Как это вышло? Ведь ты здесь и... Нас предал охранник по имени Фрэнк Боулс. Он выпустил Джокера, а тот прикончил его, как только Боулс стал ненужным. Да уж, вот это преданность. Тебе помочь? Нет, ты и твои люди здесь в безопасности. Я вас найду, если понадобится помощь. Туннель перекрыт. Никто не войдет и не выйдет. Все в порядке. Не в порядке. Джокер непредсказуем. Будь наготове. Да? Думаешь, он тут появится? Конечно, эту ты решил легко. Так и задумывалась. Thank you.
Оракул, отключи защитную систему Бэтмобиля. Я получила сигнал тревоги. Что случилось? Где ты? Я снаружи поместья Архима. Возможно, Харли Квинн включила сигнализацию. Если Гордон еще с ней, он может пострадать. Хорошо, готово. Бэтмобиль по-прежнему припаркован у здания интенсивной терапии в Северном Аркхиме. Я выслала тебе планы всего острова и отметила ключевые локации, в том числе машину. Спасибо, Оракул. Одним из самых легких. Испытание пройдено. Идем дальше. Как ты догадался? По большому зеленому мигающему знаку вопроса? Бэтмен, что ты... Извини, просто я раньше не очень верил, что ты и правда существуешь. Что происходит? Джокер захватил контроль над островом. Оставайтесь здесь и смотрите в оба. Заключенные из Блэкгейт вырвались на свободу. Держитесь от них подальше. Я все видел в новостях. Думал, это хорошо, что ты вернул сюда Джокера. Я и сам так думал. Побудь здесь, пока я разбираюсь. Запись беседы с пациентом. Имя неизвестно, кличка Джокер. Присутствуют старший надзиратель Шарп и я, доктор Янг. Опять эти скучные психологические тесты. Нет. Значит, ты и есть знаменитый Джокер. Воплоти. Ладно, док. Хотите, чтобы я опять посмотрел на чернильные кляксы? Номер один. Котенок, который был у меня в детстве. Номер два. Что же это? Дохлый слоник. Номер три. Смешно, но шутки в сторону. Шутки в сторону? Эй, Шарпи, она что, не читала мой анамнез? Молчать, клоун! Все врачи, у которых ты наблюдался, диагностировали разные типы психоза, начиная с синдрома раздвоения личности и до... список бесконечен. Спасибо, я стараюсь. Мы в это не верим. Все на свете можно исцелить правильным лечением. И вы думаете, что сможете вылечить меня? О, я уверена, что могу.
что происходит. Меня вызвали по радио полчаса назад. Велели подойти сюда и ждать указаний. Этот вызов спас тебе жизнь. Оставайся здесь. У нас толпа заключенных из Блэкгейт. Они вооружены пушками, видимо, из арсенала охраны. Спасибо за заботу, офицер. Но им не хватит никакого оружия, чтобы остановить меня. Нам пришлось отступить из туннеля, но там еще остались охранники. Нужно вернуться туда. Я с этим разберусь. Спасибо. Я прикрою тебя, если будет нужно. Не могу в это поверить! Они убили Джексона! Оставайтесь с коллегами. Я положу этому конец. Немедленно. В багажнике Бэтмобиля хороший запас гремучего геля. Мне он может пригодиться. Харли разнесла машину. Похоже, здесь была потасовка. Нужно осмотреть местность вокруг Бэтмобиля. Возможно, я найду какие-то улики и пойму, куда она увела Гордона. Странно. Эта трубка Гордона – подарок от Барбары. Он не мог просто так ее бросить. Дикая земля. Любимый табак Гордона. Он умнее, чем кажется. Оставил для меня след. Оракул, я нашел трубку. На ней вырезаны инициалы твоего отца. Эту трубку я подарила ему на день рождения в прошлом году. Он никак не мог ее потерять. Именно. Он оставил ее, чтобы я его нашел. Он жив, Барбара. Помните, вы должны обшарить каждую дыру, найдите всех. Не хочу, чтобы кто-нибудь... Итак, ты уступил и взял мою карту. Надеюсь, она тебе пригодится. Наткнулся. Я знаю за всеми, где бы вы ни были, так и с тобой.
Дай за тобой тоже! Не лопни от гордости, темный рыцарь. Дальше будет труднее. Кровь моей семьи питала сердце Готэма. Мы становились докторами, политиками, учителями. Мы были иммунной системой, очищавшей артерии города от грязи. Мы верно служили городу, жертвуя всем ради его защиты. И все-таки Готэм решил погубить нас. Отбросы Блэкгейта заскучают, приходите повидаться. Только смотрите, пол открывая дверь, чтобы не испортить сюрприз его экскурсии. Итак, великий детектив решил всего 10% задач. Ты уже готов сдаться? Отказывается сотрудничать. Предыдущий диагноз остается в силе. Боюсь, Джокер слишком нарциссичен. Че нового, док? Сегодня я решила попробовать по-новому. Не вгоняйте меня в краску, у меня есть подружка. Доктор Квинзель, я в курсе. Видела записи и знаю, что произошло. Что тут сказать? Я очаровашка. И все-таки я решила, что нам следует поговорить о твоем детстве. А как же романтика, док? Я не выложу все за бесплатно. Придется вам постараться. Что ты скрываешь? Вы меня слушаете, док? Вы мне, я вам. Скажем так, я не стану завертывать вас в полиэтилен и выбрасывать в канаву. Этот ответ ты нашел. Извини, но это было так легко. У меня времени не было. Двери заблокированы. Придется пройти в обход и вернуться к следу Гордона. Кто-нибудь видел, как... Стена впереди не очень крепкая. Гремучий гель пробьет ее и откроет новый путь. Не дайте себя обмануть! Он и есть идиот!
сними свою маску. Вот что я подумал, Бетс. Тебе нужен друг. Чтобы было с кем поболтать, поделиться секретами, начнем с главного. Кто прячется за маской? Что заставляет тебя выходить в большой мир и сражаться с такими, как я? Ты что, надеешься победить? Ну, поглядим. Бэтмен, что там такое? Психи стекаются к медблоку. Что затеял Джокер? Он постепенно захватывает весь остров. Похоже, медблок его следующая цель. Кто-нибудь выбрался из здания? Один доктор пытался выбраться. Его растерзали и бросили в воду. У бедняги не было шансов. Подожди здесь, я вернусь. Добрый вечер, дамы и господа! Есть тревожные сообщения о вторжении летучих мышей в лечебницу Джокера. Позвольте напомнить, что ваш гражданский долг — истреблять таких грызунов. Они не должны вернуться на материк. Он мертв? Кажется, да. Когда он умер? Ну да, когда ты его застрелил. Ну и отлично. Пожрать не хочешь? Помираю. Запись сеанса номер один. Имя Виктор Зас. Признан душевно больным после убийства как минимум 20 женщин из округа Готэм. Здравствуй, Виктор. Меня зовут доктор Кэссиди. Это наш первый сеанс. Давай просто познакомимся. Незачем мне вас знать, мисс Кэссиди. Все бессмысленно. Это мировоззрение не кажется тебе слишком негативным, Виктор? Вы ведь прочли мое дело? Да, да, я прочла. Там написано, что ты из богатой семьи, что твои родители умерли, что ты проиграл все свои деньги. Это все не важно. Почему ты так говоришь, Виктор? Потому что единственное, что важно, это отметки. Вы видели мои работы, мисс Кэссиди? Ты говоришь о метках у тебя на... Конечно же, про мои зарубки. У меня и для вас местечко найдется. Хотите, покажу, где? Он здесь!
Джокера интереснее, чем я предполагала. Считаю, что пациент станет превосходным материалом для проекта «Титан». Добрый вечер. Сегодня я бы хотела вернуться к нашим беседам о твоей семье. С удовольствием. Я родился в рыбацкой деревушке. Я всегда мечтал о цирке, но мой отец был против. Я тебе не верю. Мой отец был копом. И за неделю до выхода на пенсию – мафия. Я видела это кино. Чего ты так боишься? Боюсь. Боишься. Очевидно, что-то произошло. Что-то сделало тебя таким. Что если... если мне слишком страшно вспоминать? Слишком больно? Тогда я смогу помочь. Боль и страдания постепенно отравляли кровь города, и это отразилось на всех. Первым пал мой отец, сраженный каким-то отвратительным недугом. Мать выжила, но погрузилась в сон. Я вернулся в отчий дом, чтобы заботиться о ней. Она просто лежала в постели, пока ее тело было способно дышать. По ночам... Ее рыдания не давали мне сомкнуть глаз. Ха! Пожелай я, чтобы ты нашел этот приз еще быстрее, мне бы пришлось привязать его к капоту твоего анекдотически пафосного тарантаса. Отлично провожу время. У вас, ребята, все слишком просто. Как будто на всех не стараетесь. За что я вам плачу, а? Найдите всех! Живо! Всех докторов! Обыщите каждый дюйм медблока! Я не шучу! Проверьте каждую комнату, каждый офис, каждый мусорный ящик! Если еще один доктор выберется из здания, то вы в нем останетесь навсегда! Я допущу в комнату веселящего газа и прошу вас подыхать! Черт! Может быть, по-любому так и сделать? Это же весело! Thank you.
Не трогайте меня! Закрой рот и спускайся к остальным! Шлись! Хорошо, хорошо, я слышала. Уже иду. Зачем ему врачи? Я обязан спасти их. Не распускать, а то скажу по-настоящему. Терпеть не могу нытиков. Эй, отвали! Я прикрою. О! Эй, есть тут врач? Нет. Кажется, у меня гора раненых бойцов, которым нужна медицинская помощь. Отпустите меня! Теперь вы в безопасности. Не знаю, что произошло. Мы проводили вечерний обход. Вдруг в комнату ворвались вооруженные головорезы и взяли нас в заложники. С ним был кто-нибудь еще? Они повели кого-то в лифт, но я не видела, кто это был. Они явно не хотели, чтобы за ними шли. Похоже, лифт отключили специально. Здесь вам будет безопаснее. Мы справимся. А что с остальными? Мы слышали выстрелы. Может, они погибли. Нужно помочь им. О, боже, я совсем забыла. Доктор Келлерман был в смотровой, а доктор Чен отправился в хирургию. А доктор Янг пошла в рентген. Понятно, вы оставайтесь здесь. Я найду остальных врачей. Бэтмен спас нас. А я раньше не верила, что он и правда существует. Я вытащу тебя. Все будет хорошо. Номер 21. Имя Эдвард Нигма, также известен как Ридлер. Итак, Эдвард, надзиратель Шарп сообщил мне, что ты опять выцарапываешь на стенах загадки с угрозами. Доктор Янг, видеть угрозы в безобидных загадках – признак паранойи. Можно вам одно загадать? Ну, давай. Кто сначала ходит на четырех ногах, потом на двух, а потом на трех? Человек. Младенец ползает на четвереньках, взрослый ходит на двух ногах, а старик пользуется тростью. Неплохо, только это всегда дитя. Да, сначала он бегает на четвереньках, но отрежьте ему ноги, и оно поползет на двух точках опоры. Дайте ему костыль, захромает на трех. Видите? Это ужасно. Как ты можешь шутить о таких вещах? Спокойно, доктор. Это не мое дитя.
продвигаешься даже хуже, чем я предполагал. С такими темпами тебе меня не одолеть. Я бы уже давно решил все загадки. Работу нового главы отдела исследований доктора Пенелопы Янг. 2 года назад она присоединилась к нашей команде, и Аркхем занял передовую позицию в исследованиях человеческого разума. Добрый вечер, Аркхем. Сегодня мы поговорим о человеческом разуме. Как понять и лечить такую сложную материю? Вот в чем вопрос. Цель проекта «Титан» — создание тестовой базы для детального, безопасного изучения наших особых случаев. Мы стремимся исцелить тех, кому не повезло. Самых слабых. Тех, кто физически не способен выдержать наших методов лечения. Проект «Титан» выведет нашу лабораторию на мировой уровень.
Если вам или вашим близким грозит нервный срыв, вам помогут в одном из учреждений, гарантирующих полную безопасность пациентов и максимально эффективное лечение. Посмотреть наши прейскуранты и пакеты услуг вы можете в регистратуре или на сайте archercare.com/crisis. Мы сотрудничаем с большинством крупнейших страховых компаний. Разрешите представить вам блестящую работу нового главы отдела исследований доктора Пенелопа. Кэш! Откуда у него этот крюк? Ты что с тобой? Ты что, с луны свалился? Кэш как-то поссорился с кроком-убийцей. Добрый вечер. Крок сбежал, а заодно отгрыз Кэшу лапу. Блин. Да. Так что если на тебя вдруг накинется огромный монстр, стреляй. Иначе до обед ему попадешь. Создание тестовой базы для детального, безопасного изучения наших... Мы стремимся изучить... Тех, кто видит, способен удержать наших методов людей. Проект «Витат» выведет нашу лабораторию на мировой уровень. Добро пожаловать в Аркхэм. Мы здесь, чтобы помочь вам, когда... Босс, все готово! В комнате газ, капитан Крюк там, не вылезет. Одна проблема. Бритва не успел выбраться. Он тоже там остался. Ну, будет теперь знать, как тянуть волынку. Никого не выпускать оттуда, даже Бритву. Он подвел меня, я этого не люблю. Конечно, босс. Все равно он только под ногами путался. Не плачь, Кэш. Ты нам здесь и нужен. Я отсюда выберусь, и вы пожалеете, что выползли из своих камер. Как скажешь, козлина. Ага, теперь отсюда не выйти. Руки-крюки. Он здесь. Стрелка. Кэш, что случилось? Тревога в медблоке. Я услышал крики, нашел врача на полу. Попытался помочь, но комната заполнилась газом. Двери заблокированы, мы не можем выбраться. Не знаю, сколько еще продержимся. Какая отвага. Давайте протянем мистеру Кэшу руку. Ему еще одна не помешает. Когда я отсюда выберусь, ты у меня посмеешься. Да улыбнись ты, я просто дурака валяю. Не терпится отплатить тем же. Плюнь на него, Кэш. Ты можешь включить вентиляцию? Я пытался, не выходит. Он заблокировал удаленный доступ. Я что-нибудь придумаю. Если ты очистишь помещение, мы с Доком сможем выбраться. Скорее чистить комнату от газа. Это вентилятор зеленый. Мы на полной мощности. Скоро комната очистится. О, так сюрприз. Бэтмен все-таки успел. В следующий раз, Кэш, я просто пристрелю тебя и думать не буду. Thank you.
Так в чем дело? У меня связь отрубилась вскоре после того, как ты привез Джокера. Не нужно было уходить из интенсивной терапии. Я бы проследил, чтобы он оставался там, где ему место. Запись беседы с пациентом 44. Еще один разговор с Эдвардом Нигмой. Я до сих пор не поняла, гениален он или это обычный бред. В любом случае, общение с ним раздражает и крайне утомляет. Здравствуйте, мисс Янг. Вы устали? Я могу вам чем-нибудь помочь? Нет, спасибо, Эдвард. Это я хочу помочь тебе. Мы все хотим. Простите за грубость, доктор, но если вы думаете, что мне нужна ваша помощь, вы там, где и должны быть. Взглянем с другой стороны. Ты сделал своей специальностью невероятные ловушки и нелепые подсказки. И для несчастных, втянутых в твою игру, дело чаще всего кончается смертью. Будь жители Готэма умнее, мои игры были бы просто приятной забавой. А не смертельными ловушками. Вы должны благодарить меня. Я избавляюсь от невежественных, тупых, никчемных. Не волнуйтесь, я уверен, что вы выживете. Какая милая фотография у вас на столе, доктор. Ваша семья? Мама, наверное. Положи на место. Вон отсюда. Охрана! Медперсоналу все еще нужна помощь. Помните, тихий пациент, счастливый пациент. Наши открытия вызвали массу споров о том, является ли психоз сам по себе нейротоксином. Зависит ли степень повреждения мозга от длительности приступов. Проект «Титан» дает нам шанс повысить сопротивляемость организма к подобным повреждениям. Первые результаты вселяли надежду, а появление пациента Икс стало настоящим прорывом. Благодаря пациенту Икс началось полномасштабное внедрение процесса «Титан». Спасибо нашим спонсорам за такую возможность. У нас есть врачи всех специальностей. Мы предлагаем широкий спектр лечебных, хирургических, диагностических и оздоровительных программ. Качественное обслуживание и удобное расположение Аркенской лечебницы – делают ее больницей номер один в штате. Прогресс ни в коей мере не обошел это учреждение, и мы уверены, что наши передовые технологии позволяют излечить каждого. Добро пожаловать в Аркхэм! Мы здесь, чтобы помочь вам! Когда Амадей Аркхэм основал это наше учреждение, мало кто видел. Бэтмен! Не надо слов. Ты в безопасности. Но это ловушка. Знаю. Но только для меня. Это правда? Ты величайший в мире сыщик. Как тебе это удалось, Пэт? Что за черт? Быстрее туда, ребята. Посмотрим, оценит ли он прямой удар в челюсть. Бросай меня! Они вот-вот очнутся!
Прости. Я пытался предупредить тебя, но не мог говорить. Успокойся, теперь все позади. С этим отребьем я справлюсь. Они пытали меня. Превратили в наживку. Прости. Со мной все будет хорошо. Спасибо, что остановил их. Мне уже не терпится выболтать один секрет. К нам на вечеринку придут трое старых знакомых. Один из них очень боится, что ты уйдешь, не повидавшись с ним, а другой, скажем так, он будет так же удивлен встречей с тобой, как ты удивишься, увидев его. Когда Амадей Аркхем основал это наше учреждение, мало кто верил, что оно станет психиатрической клиникой и реабилитационным центром такого класса. Все знают о так называемых преступниках, прошедших здесь курс лечения, но это далеко не все. Наши малоохраняемые корпуса – тихая гавань для нормальных людей с некоторыми Ты растешь в моих глазах, темный рыцарь-детектив. Продолжай в том же духе, и я разрешу тебе поискать мои носки. Оздоровительных программ, качественное обслуживание и удобное расположение Аркхемской лечебницы делают ее больницей номер один в штате. Прогресс ни в коей мере не обошел. А вот и доктор Янг. Это точно. Меня пусть оперируют, когда захочет. Я слыхал, там уже целая очередь. Напомни-ка, почему она нужна Джокеру живой? Без понятия. После того случая на станции я просто делаю то, что он говорит. Я тоже. Старина Джонни даже не понял, что случилось. Хорошо еще, что мне не пришлось там убираться. Суперпреступников, прошедших здесь курс лечения, но это далеко не все. Наши малоохраняемые корпуса. Это Б! Смотри, чтобы он тебя не достал! Зачем вы так поступаете? Я сделала все, что вы хотели. Посмотри на меня. Думаешь, мне не пофиг? Кончай ныть и прочисти уши. Если хоть кто-то подойдет к тебе без официального разрешения Джокера, мне приказано пришить тебя в ту же секунду. Похоже, ты наш козырь в рукаве. Должен сказать, босс серьезно подошел к делу. Распланировал все не хуже военной операции. У нас друзья внутри и снаружи. Я понимаю, что для этого, как вы говорите, дела нужны друзья. Я хочу знать, почему выбор пал у меня. Джокер назвал меня? Могу я с ним поговорить? Я уверена, мы разберемся. Так, если мне придется повторить это еще раз, я тебе сделаю очень больно. Поняла? А теперь заткни пасть! Если шеф захочет с тобой поговорить, он поговорит. А пока, чтобы не смело варежку разевать. Что происходит? Они говорили так, будто взяли власть. Неужели Джокер на свободе? К сожалению, да. Но это ненадолго. В тот раз я не один месяц изучала дело Джокера. Надзиратель четко дал понять, что я должна вылечить пациента. Плохая пресса испортит ему предвыборную кампанию. Это меньшая из его проблем. Боже, чуть не забыла. Они говорили, что обшаривают здание. Они охотятся за врачами. Нет проблем. Весь персонал спасен. Вам лучше оставаться здесь. Все медики спасены.
Пора вернуться к следам Харли Квинн и Гордона. Я не могу торчать тут всю ночь, у меня много работы. Я подожду, но, пожалуйста, покончите с этим поскорее. Добро пожаловать в Аркхэм. Мы здесь, чтобы помочь вам. Я взял места возле ринга. Харли уже тащит попкорн. Ух, не могу дождаться. Всех пациентов просим сохранять спокойствие и медленным шагом вернуться в палату. Добро пожаловать в Аркхэм. Когда Амадей Аркхэм основал это наше учреждение, мало кто верил, что оно станет 50-тысячной клиникой и реабилитационным центром такого класса. Все знают о так называемых суперпреступниках, прошедших здесь путь лечения, но это далеко не все. Наши малоохраняемые корпуса – тихая гавань для нормальных людей с некоторыми проблемами. Посмотреть наши прескуранты и пакеты услуг вы можете в регистратуре или на сайте arkhamcare.com/prices. Мы сотрудничаем с большинством крупнейших. Ты нашел их? С ними все хорошо? Да, сейчас они в безопасности. Бэтмен, у нас новая проблема. Мне нужно вернуться. Все записи там. Нельзя, чтобы Джокер до них добрался. Доктор, это слишком опасно. Остров – зона боевых действий. У вас нет ни шанса. Это дело всей моей жизни. У вас нет права. Я отведу ее туда, Бэтмен. По-моему, пришло время расплаты. Я против этого, но... Кто вызвал лифт? Это не мы. Он идет с нижнего этажа. Кэш, бери доктора Янг. Найди ее записи, а потом укройтесь в безопасном месте. Остальные скорее в смотровую. Забаррикадируйтесь внутри. Он говорит, что он где-то здесь. Рассредоточиться! Разве в больницах не должно быть чисто? А тут воняет. Найдите его! Могла решить и обезьяна, но все равно неплохо. Мое путешествие продлилось чуть более месяца. Я посетил ученых в Метрополисе и Кейстоуне.
и передо мной открылся мир новых идей. Я возвращался домой в прекрасном расположении духа, предвкушая встречу с женой и детьми. А потом я стоял на коленях в крови родных, не в силах удержать окровавленными пальцами осколки своей жизни.